Здравствуйте, вы смотрите программу «Каждый день». Я желаю вам хорошего настроения. Сейчас о погоде по области. В Мартуке в субботу ночью минус 2, днем плюс 2, снег с дождем. В воскресенье ночью минус 3, днем минус 2, переменная облачность. В Алге в субботу 0, плюс 3, в воскресенье ночью минус 1, днем плюс 3, без осадков. Хромтау в субботу ночью минус 1, днем плюс 2, дождь. В воскресенье минус 4, минус 2. В Батамше в субботу ночью минус 1, днем плюс 1, снег. В воскресенье минус 4, минус 2, осадки. Шалкаре в субботу ночью плюс 3, днем плюс 7, в воскресенье ночью минус 1, днем плюс 3, переменная облачность. А сейчас о погоде в нашем городе. Разбитые в авариях машины провезли по Актюбе. В третье воскресенье ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. Чтобы водители в очередной раз убедились, каким последствиям могут привести невнимательность на дороге и нарушение правил, объяснили в полиции. В 2023 году на дорогах Актюбинской области произошло 427 аварий, в которых 539 человек получили травмы и 87 погибли. Вспышка кори из-за того, что дети не смогли получить прививки, сказал вице-министр здравоохранения. Ковидный локдаун, медотводы, отказ от прививки по личным убеждениям и религиозным взглядам привели к низкой вакцинации. Вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев отметил, что ключевое значение для профилактики этой инфекции имеет вакцинация. Ее делают детям в 1 год и в 6 лет. Вице-министр рассказал, что для урегулирования ситуации и обеспечения коллективного иммунитета Министерство здравоохранения решило вакцинировать дополнительно детей от 2 до 5 лет и от 6 до 11 месяцев. Вакцину приобрели и доставили в медорганизации. С 2024 года стоимость обязательного автострахования в Казахстане изменится. Теперь на стоимость страховки будет влиять аварийность в той области, где зарегистрирован автомобиль. Чем меньше аварийность в регионе, тем меньше выплат осуществляет страховая компания и, соответственно, тем меньше должен быть страховой тариф. Предварительно ожидается снижение стоимости автостраховки в 11 регионах страны, например, в Алматы на 18%, в Атырауской области на 29%. Повышение в 7 регионах, например, в Астане на 5%, в Шымкент на 9%. В Карагандинской и Улутауской области без изменений. Страховые организации имеют право на увеличение или уменьшение поправочных коэффициентов на плюс-минус 10% один раз в год. В каждом бизнесе, даже небольшом, должен быть и бухгалтер. Все больше предпринимателей с каждым днем обращаются в аутсорсинг «Бухгалтерию Профсервис». Пока вы занимаетесь бизнесом, команда экспертов возьмет на себя общение с налоговой, наведет порядок в бухгалтерии, отчитается за сотрудников, даст рекомендации по снижению налоговой нагрузки с законными методами. Команду подберут под специфику вашего бизнеса, и она будет состоять из лучших специалистов. И все это под контролем главного бухгалтера. В компании «Норглас» Актюбе самый большой ассортимент стекол в наличии, самые выгодные цены, действует скидка 10% на весь ассортимент. Принимается оплата «Каспирет». Выбирайте лучших и лучше. «Норглас» Актюбе. Адрес: проспект 312 стрелковой дивизии 24А. Я желаю вам отличных выходных и до встречи на Первом городском.